Черчесский манерс. Полин, вы хорошо видите туда? А, я за Полиной. Не видел, что подошли. Вот это подсуд! Так меня тащит подсуд! Путина сюда! Что-то важное? Что-то страшное? А? Я в Москве, например. Пиздец, пиздец. Ой, ладно, мне некогда. Да блин, ребята, там вирус! А, убивают! Меня взяли, когда я просто мне предложили понять, что я просил, не знаю, Чья мама там стоит? Ну тут, конечно, сейчас все уже разрулится, но все равно. На самом деле пойдет. Пойдет? Да. И давай это еще и раз. И мыло, и две пачки. Нет, нет, все. Я их переоценил немножко. Call hater. Я, наверное, сейчас эту пачку Call hater возьму. Пиздец, какие голодающие положи, там, ну да, еще будет. Мне будет очень стыдно, если там... Ты видел ее? И куда-то втыкать ее еще надо, на самом деле. Ну да, в принципе, сейчас уже... Я, собственно, зарядку выложил, она у меня лежала в кармане куртки, и отдал, чтобы не тащить туда с собой. Информацию уже, да, сейчас молодец будет. Да, я сам собрал такое время. Я специально попросил принести мне зарядку. Она не работала. Сейчас еще новость. Там розетка не работала, там она так работала, у меня была большая очередь. А там, ну, у тебя хаза же есть. Ну, что мне привезли другой телефон? Где как мне было? Люблю это. Сегодня бакал был продан. Что, спать не могу, нет? Да блин, когда столько же разрыться, или какой спать даже? Третью. Ну, третью. Время совсем спать. Время срать, а мы не ели, блядь. Ты знаешь, с учетом того, что прошлой ночью Андрей спал, ну там часа два, наверное, из которых час. Была часа на полу. КПЗ. И в принципе, в тот момент, когда нас задержали, тоже время было уже поздний вечер, и все уже достаточно долго не спали. Я, наверное, второе дыхание открылось. И я не закрою теперь. Второй суток надо спать. Знаешь, как бывает, когда ты не спишь там ночью, не поспал, соответственно, целый день потом еще надо. Бейте без остановки. Второе дыхание закрывается так. И жгите всех, да. 2 литра открыл и пил. И пьешь. Завтра нас срубать начнет, мне кажется, как раз сразу началось сразу в газели. Отлично будет. Там мягонько. Мягонько там, ты знаешь, что после места мягонько. А что мы отыщем? Я все успеваю. Зашибись будет видюха, наверное, вон эти. Я постараюсь. Жрутся. Да, такие ключины. Мы там на митинге голодаем. Так интересно, трем файтам удалось-то побить наших-то? Нам не удалось, а мы сидим тут. Там все равно был пиздец, конечно. Да. Нам последний, но сами пускай убирать. Какие у нас еще там политики, ключеные есть? После нас еще остались. Ну, так, ну, бля, вообще. Не такого сидета в матроске. Не, вообще. Не, черт. Не курю, бать. Бля, ну, где-то уже как. Где там вообще 10 секунд? Ну, я-то 10. Да, я думал, что это первый раз. Мне просто сколько они пришло махать. Пока вот, вообще пока вот это все. На митинг уже зубной щеткой приехал. Ну, было, на тени. Одному дали 5 суток. Чуваку из Москворечи дали вот 5 суток, он чистый абсолютно. Да? Да. Все чисто с тобой. Ну вот я с ягодицей или со мной? Не знаю, я подумаю. Давай, 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 тисни. Тисни, тисни по видео. О, залез. Ебаный карась. Залез же? Обещал залез. И ни на какую твою ногу, я свою ягодицу не.
Но мог бы, мог бы. Я подумал на эти предложения. Обижаешь, да, обижаешь. Подумал, подумал. Блядь. Есть что-то в нем такое. Ладно. Подозрительное, да? Ну, даже не подозрительное, что-то такое, в общем. И хочется, и кольца, и мам не вели, как говорится. Сейчас я отправлю. Видим. Так, так, цвет не загораживаем, не загораживаем свет. Молодчик, молодчик, не загораживайте, не загораживайте. Профессиональный фотограф. Мы видели тебя по BBC. Красавчик. Ой, нет, черт, надо с другого ракурса не все как. Нет, да, с другого, совсем с другого, совсем, совсем. Так получше. Ну, все равно не дает представления по бью. Нам нужна панорамная фоточка. Это надо ну, да, отсюда как-то. Давайте.